Впервые эту чудесную породу многие из нас увидели в далеком 94-м году в художественном фильме «Маска». Маленькая собачка покорила сердца зрителей своим веселым характером, и мода на Джек Расселов пошла по всем странам. В семье Худяковых она появилась 3 года назад, и с тех пор никто из членов семьи не пожалел о своем выборе. Ну, я очень хотела собаку, и я всегда просила, но мама уже согласилась, а папа, мы его весьма долго уговаривали, и когда у нас появилась сначала первая собака, папа привык, когда он умер, мы уже все пришли к такому решению, то что нам непременно нужно завести еще одну собаку, потому что все привыкли, это уже как член семьи, и как ты представишь, что его нет? Екатерина Худякова – известная модель, принимающая участие во всех городских дефиле. Творческую работу совмещает со спортом. Екатерина – судья-секретарь Суперлиги по волейболу. По маминым стопам сейчас идет и дочь Ксюша. Семья ведет активный образ жизни, поэтому, увидев однажды в путешествии милую собачку, решили, что ее активность подходит к их образу жизни, и она должна поселиться в их доме. Она очень веселая, добрая и преданная. Мы ее так воспитали, то что когда мы будем гулять, она от нас не когда не убежит и всегда будет рядом, может отойти погулять, но потом вернуться. Ну, то есть всегда будет рядом с нами. Ну, то есть это опять же от воспитания зависит. То есть собака Джек Рассел, это обязательно, ей нужно внимание, даже где-то больше, чем другим породам. Ну и вообще для собаки, когда щенок появляется в доме, это как маленький ребенок. То есть обязательно воспитание, обязательно правильный уход, кормление. И даже вот, например, взяв очень хорошего щенка, перспективного и изначально, то есть хороших родословных, то есть при неправильном уходе, при недостаточном гулянии можно просто собаку испортить. Воспитанию домашнего питомца уделяется большое внимание. Еще будучи щенком, Ричи прошла курс дрессировки и сегодня полученные манеры воспитания передает своим деткам. 2 месяца назад в семье Худяковых произошло пополнение. У Ричи появилось 6 щенков. 4 из них уже живут в новых семьях, а с этими красавицы еще не могут расстаться. Каждый щенок как ребенок, любому желающему их не отдают. Щенки, они очень добрые, ласковые. Мы их всех настолько любим. И... Да. Когда просыпаешься с утра, там, в школу, не очень хочется вставать так рано, куда-то идти собираться, и к тебе выбегают щенки, сразу поднимается настроение, какая-то мотивация. Ричи – любительница активных прогулок. Ей нравится купаться и плавать, играть на улице, и она всегда собирает вокруг себя местную детвору. Собака благородных кровей никогда не обижает незнакомых людей, не лает по пустякам, и поэтому хозяйки берут ее с собой во многие общественные места. Я бы хотела, конечно, посоветовать людям активным, ну, кто, безусловно, любит эту породу, но еще учитывая, что на это нужно обязательно время, что собака не будет сидеть дома одна, потому что ей нужен выгул активный. Ей нужно, в первую очередь, щенкам нужно заниматься, дрессировать их. Ну, то есть, чтобы это не была невоспитанная собака, которая потом от того, что она одна дома, не знает, чем ей заняться, просто... Начинает портить вещи, да. Мебель. Эти терьеры словно имеют невидимый моторчик, заставляющий их двигаться без устали, совершать подвиги или быть душой любой компании. Но, по словам Екатерины, чтобы Джек Рассел приносил удовольствие, выбирать питомца нужно у проверенного заводчика, а потом каждый день дарить ему внимание и заботу. И тогда в вашем доме будет жить полноправный член семьи, который дарит ласку и хорошее настроение.